Вместе за кучу инструментов, чтобы я мог создать свой iPhone. С вами Макс Клакс, приятного просмотра. Вам, нам дали гладильную доску, как бы, красиво. Что есть? Есть камера, вот обыкновенная камера. В принципе, давайте сначала сделаем обыкновенный iPhone. 13 Pro, а может быть и Max, не знаю. О, в принципе, я тоже Max. Хочу еще камеру, одной мало. Как видно, я немного переборщил, вот прям чуть-чуть. Вам, нам экран включили, листья, класс. Стоп, логотип Android на iPhone. Гениально, это шикарно, это класс. Одиночная камера, бедная камера, она одинокая. Пусть вот фига ты гига... Что? Это камера? Представляю вам фронтальная камера. Джойстик, что? Фига себе, видроид получился у нас с вами. Это Xbox PlayStation Droid. О, поворотный циферблат, ну в принципе, блин, для чего смартфона? Чтобы звонить, вот, купите бабушке такой iPhone. Руль, что? Что за автомобиль у нас с вами получается? Ну, для автомобиля нужны колеса. Это колеса. Ну, в принципе, на автомобиль похоже. Зачем всякие Mercedes, Lamborghini, вот он, настоящий пельмень. Знаете, ехать не так уж и интересно, поэтому летать еще интересно. Это что? Это техничный экран сразу минус пальцы, чтобы в ТикТоке не смотрели. Подстаканник. Что? Что? Зачем? Вот здесь будет. Чтобы камера не видна. Это что такое? А, блин, мы зарядку не сделали. Чем питаться-то будет? Едой, что ли? С борщом? Вот, все, лайтнинг. Прекрасно. Представляем ваш, наш, iPhone 15 стоимость. Вау, там Стив Джобс, привет. Или Тим Кук, не знаю. $1900, что? А чё так дюшу? Не, ну это просто гениально. Клакс, дроид, фон, летающий, супер-пупер, мега-нагибатор, джойстика, колеса 3000. В принципе, такой iPhone тоже неплохо выглядит, на самом деле. Глушитель. В смысле, тут перевод настолько корявый, что здесь глушитель есть в телефоне. Это что такое? Это реальный глушитель. Про ночь. А, это типа вот эта штука, камера, короче. Хочу так. Это теперь iPad. Что? HDMI? Как сейчас к компьютеру подключим к монитору? Ой, все, зарядка класс. Google Eye, я не Eye. Что это такое? Ты что? Ты кто? Теперь нас смотрят, это глаз. Ножки, про ножки. Да, ты что такое? В меня в болт вбили, да, просто, как я понял? Мы положили болт на iPhone. Ой, как полезно-то, антенна, да просто... Теперь будет ловить сеть лучше Nokia 3310. Подставка, то, вау, блин. Вот реально, купили бы вы такой iPhone? Вот приходите в Apple Store, а тут такой вот пельмень. Напиши в комментариях, что мне еще стоило сюда добавить. Меня интересует вот эта камера, это что ты тут? Ручка, где ножка? Дверь, что ты такой? Ну просто для симметрии чисто, вообще класс. Меня бесит этот ноч удалить. Вау, стоп, это джойстик? Ну как бы теперь, это джойстик, ну или крестики-нолики. А, подожди, фронталка где? Вот сюда давай, во, теперь Samsung получился, класс. Стоп, почему так много камер, ни одна из них не айфоновская? Давай прям вот так, места нет. Алло, бабуля, приезжай сюда вот, покушать пирожки. О, все, класс, гениально. Цифровая заводная колонка. Что? Колонка? Так, подожди, я забыл о том, что здесь должен быть экран. Теперь его нету. Разъем для наушников. Максимально неудобно вниз. Мне максимально неудобно, на самом деле, когда не внизу. Лучше сверху. Вырез. Вот сразу бы надо было с этого начинать. Вот теперь видно. iPhone. Хромкой, значит. Так, подожди. Не люблю там. Вот люблю здесь. Здесь удобнее. Да, поставь сразу. Ну, думаю, в принципе, ровно. Кнопка домой. А одной тебе кнопки не хватило, да? Это мы сейчас с iPhone 8, да, перешли? Ну, как бы нормально. iPhone 16 Ultra Mega Max Super Pooper Duper. Эй, блин, ты меня напугал. Он получился еще дороже, чем предыдущий. Сейчас я напихаю все в этот iPhone, чтобы он стоил максимально дорого. Камеры. Камер много не бывает. Сойдет. Думаю, качество будет, ну, хотя бы нормально. Громкость. Одной недостаточно. Пусть будет две. Какой нафиг вырез, если есть уже вот такой Dynamic Island? Все. Красота. Lightning. Сюда. Где USB-C? Блин, яблочко забыл. А, подожди, сейчас будет конкуренция. Эхе-хе-хе-хе, все вместе. Android, яблоко сожрал. Ты что натворил? Нет. Кнопка домой где-нибудь в углу, чтобы не мешалось. Кнопка включения максимально низко, чтобы было неудобно. Глушитель, я хрен знает. Что это такое, но поставлю сюда, пусть смотрит. Фронталка, еще одна, пусть будет в угол. Ой, красота только-то. Еще одна камера. Блин, камер понаставили всякие фигню. Как же ужасно смотрится. Все, здесь пульт управления музыкой. Классно. iPod, iPlayer. Наушники, конечно. А еще сделаем две. Все, для друга, для бабушки. А, туда уж и для дедушки. Ножки, чтобы топать по дорожке. Антенна, чтобы кушать нутеллу. Я не знаю рифмы. Google Glass пусть следит. Подставочка пусть у нас стоит. HDMI будет всех бесить. Цифровая заводная головка. Я вообще хрен знает, что это значит. Логотип пир я запихну сюда, потому что просто места нет, пусть будет мешается. Конечно же, ручки, чтобы удобно было брать. А вам что, вот не... А как вы без ручек-то жили, ё-моё? Вообще удобно.
Джойстик здесь, чтобы было удобно играть в игры. И сделаем вот сюда вот плюсик. Колесо, чтобы катился он куда подальше. Циферблат, чтобы звать бабушку на ужин. Все. Подстаканник, чтобы под стаканом не валялся. Оба. Камера Pro Max, блин, куда же запихнуть-то, а? В принципе, это для селфи. Вроде бы нормально. Рулевое колесо, чтобы рулить крышей, которая у тебя поехала. Ну и лопасти, чтобы не смотреть тиктоки. Вот, прям идеально. Представляем, iPhone 15 Ultra Duper iPod Mate 40. Да блин, ты меня пугаешь постоянно из угла. $5075, охренеть iPhone. Вот реально, купили бы такой. Мне кажется, здесь невозможно пользоваться. Посмотрите это видео, которое у вас на экране, оно точно тебе понравится. И всем пока.